Откройте переднюю панель. Нажмите на пульсант «Ок» и удерживайте около 2 секунд до тех пор, пока не появится надпись «Dreamunit» на дисплее. Нажмите «Ок». Нажмите кнопку со стрелкой в зоне «Reset». Закройте крышку. Свет от фотопроводника должен быть выключен. Закройте переднюю крышку. Нажмите клавишу X. Сектор «Все настройки». Сектор информации. Нажмите пульсант Live. Сектор Drum Live светится, пока сообщение на экране не изменится. Нажмите «Да». Нажмите на пульсант Дом, Home. Счетчик сбросан. Закройте переднюю панель. Нажмите X, красный сигнал. Сектор «Все настройки», «Tutte le impostazioni». Сектор «Все», «All». Сектор «Машина информации». Нажмите пульсант «Live». Сектор «Drum Live» светится, пока сообщение на экране не изменится. Нажмите «Да». Нажмите на пульсант «Дом», «Home». Счетчик сбросан.